Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здравствуй, Слай, хватит хрустеть там. Всем дратути. Вообще не буду там хаваешь за щекой что-то. Лучше хавать за щекой, правильно? Правильно, правильно, два. Что там? Так, мало ли вдруг кто-то за мной увязался. Да, Славиком зовут. Никто, к счастью, никого, к счастью, не было. Но не покидало ощущение того, что за мной следят. Только не идут за мной шаг за шагом, а прячутся в темных местах, как Славики в туалете. Алиса? Ох, как бы я хотел, чтобы это была она. Хочет, понял, по оранжевым трусам дать, походу, вот это, лисиным. Любишь лисичек оставлять своих? На ободке унитаза. Лисичек, блин. К таинственной... Рыжиков. Рыжи, нет, а лисички, сестрички, понял. К таинственной, скрывающей свое лицо за маской девочки-бунтарки я привык. Неожиданно даже для самого себя я признал, что она мне стала чуть ли не лучшей подругой. С каких это пор, Славик? Хотя как привыкнуть к образу вечно скрывающейся девочки? А? А? Я даже не уверен, девочка ли это вообще. Может, это антропоморфное существо с голосом юной девочки? Ничего себе. Если это так, то какие у нее цели? Сай. Я знаю, кто это. Кто, 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 кто? Бяша. Стесняша. Меня зовут Бяша. Я Бяша Стесняша. Собач. Мур-мур-мур-мур. Задобрить, втереться ко мне в доверие, расположить к себе. Может, влюбить в себя? Да, не последнее, это точно абсурд. Ну, конечно, это же... Фури, фури. Знаешь, что такое слайк фури? Не. Google в помощь тогда. Не буду я тебе такое объяснять. Ты маленький еще. Зачем тогда мне в Гугле смотреть, если я еще маленький? Ну, это уже не моя же проблема. Ты сам посмотрел. Так я все равно скажу, чтобы я сказал. Что ты сказал? Я сказал. Где мои 120 тысяч? Для каких целей ей может пригодиться 12-летний школьник? Вот это да, вот это, кстати, не хотелось бы знать. Я даже боюсь представить. В голову полезли нехорошие мысли. А вдруг она меня хочет утащить в лес? Прикинь, вот это было, не было написано. Утащить в лес не было написано, представляешь? Лисы на то и хитры, чтобы завлекать невинных детей непонятно куда. И что она там делать будет? Съест и не подавится. А вокруг нее будет красный от крови снег, как бы намекая, что ужин был весьма вкусным. Совсем захворал ты, Антошка. Где же ты был месяца 2-3 назад? Что у него за биполярка началась? Он об одном говорил. Мне этот хруст сейчас убьет. Отвечаю просто. Это тупо кидалово было, так и что. Я тебе говорю, у меня прям на нервы действует. Я даже читать нормально не могу. Ну, не только из-за этого, но тем не менее. Наверное, там, в мире, где все было так красочно и прекрасно. Где не было ни одной деревни, ни одной проклятой школы, где только и делают, что тратят, что травят, гнобят и унижают. Блин, слушай, на мою школу очень похоже. Где-то там ваш прежний Антон затерялся в самых потемках. О, блин, ну этот хруст реально, тут тупо гонево какое-то. На его место пришел другой, более замкнутый и равнодушный ко всему. Детство закончилось, пришло время взрослеть. Эх, детство, детство, ты куда ушел? Нет, детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не нагулялся я еще. Так, это слишком старое говно, Сай. Эх, как же не ты хочется... про себя только что сказал. Да, 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 ты правильно понял. Эх, как же не хочется быть взрослым. Хочется никогда не взрослеть и не знать того ужаса, который меня ждет. О, братан, а что тебя ждет? О, Сай. Расскажи ему. Хочется всегда быть в мире сказок, приключений и сладостей. Ну, там это все будет, но просто в другом эквиваленте. И сладости другие. Такие калорийные, жидкие, горькие. Взрослые не понимают всего этого.
Они наказывают своих детей за провинности, хотя сами в их возрасте делали то же самое. Так, похоже, ты совсем скис. Ну-ка, взбодрись и оглянись. Взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобою связаться. Ты не знаешь, да, Слайк, что это такое? Взгляни вокруг. Как-то там она поется. Я не помню, как она правильно. Не, взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобою связаться хотят. А, не, не знаю. Конечно, не знаешь. Это только избранные смотрели. Это только старые знают. Так а ты домой, ты там далеко ушел или что? Алло, алло. Не, я не уходил, я тут. Я так понял, что чисто сейчас Рамс только, да, начинается у нас с тобой? Да, так я хотел сказать, между нами. Да, 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 да. Так, ладно, не базарь. Вокруг тебя обитают поистине хорошие люди. Тебе с ними приятно, им с тобой приятно. Это ли не счастье? Счастье кроется в мелочах, которые человек предпочитает не замечать. Полина как раз из таких. Это Чиполлино, у меня уже кумарится. Во всех частях это Чиполлино. Девочка, мечта каждого мальчика. Неправда, терпеть таких не могу. Умная, красивая, умственно отсталая, привлекательная, просто ангел. Она и утешит тебя, и подбодрит добрыми словами, и совет даст, и вообще даст, как себя подобрать. Побороть. Из нее выходит хороший друг и отличный напарник. Но чем больше я так думаю, тем чаще я забываю, что она всего лишь человек. И хотелось бы собаку. Я люблю собак. Всегда готов. И у нее могут быть такие же проблемы, как и у всех других. Она также может за что-то переживать, чего-то бояться и стесняться. Все мы в первую очередь люди. Мы не герои со всех сверхспособностями. Но мы также можем поучиться у таких людей, как Чиполлино. Мы можем научиться быть добрее тем, кто находится с тобой рядом. Будь то друзья или родственники. Научиться сдерживать себя, когда то требует ситуация, и отстаивать свое мнение. Порой у таких людей бывает очень развито чувство одиночества. Такие хорошие люди и страдают больше всего. О, Слайк, ты лежишь, бомж? Не? Или что это? А, это коряга, блин. Или нет? Это маска. Я думаю, что это за дерево. Илон Маска, бэйби. Илон Маска. А, он кричал Илон Маска, бэйби. Да. А чувство ненужности они смогут сделать очень роковой для себя шаг. Пойти на самоубийство. Такое не по силам каждому, но все же лучше до этого не доводить. А всего-то нужно лишь общение. Внезапно мои ноги врезались во что-то в снегу. Я опустил взор и увидел, что в глубине снега была зарыта заячья маска. Точно такая же, какая появилась внезапно у меня дома. Неужели это она и есть? Это вообще нормально, что маска перемещается мистическим образом? Мороз впился в нее острыми клыками, и по телу пробежала дрожь. Эта маска точно меня преследует. Я неспешно разгреб снег и взял ее в руки. Отвратительно. Сайк, отвратительно, хоть придеть микрофон. И кинул ее с размаха за пределы видимости. Пусть только посмеет попасться мне на глаза. Поразмыслив пару мгновений, я направился в сторону школы. Опять в 5 утра, Сайк. Что ж такое? Очередной скучный, но местами интересный учебный день полноценно вступил в свои права. Около школы находились несколько ребятишек, играя в снежки. Где? 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 5 утра, никого нету, ты что, напаянный или что? Походу, он бабкины грибы на рынке, понял, купил. А вот это, купи VR-очки, понял, вот это Apple, вот это туда-сюда, у бабки покупаешь ведро грибов, такая же тема тебя глючит. Ты что, нормально? Странно, почему они играют именно сейчас, а не после уроков и в 5 утра? Может, потому что им так интересно? А может, потому что сил не хватит? Я их понимаю. Высиди 6-7 уроков, и сам скорее волком выть будешь. А если у тебя еще какие-то знания сверхурочные, то вообще можешь прийти домой еле живым.
Осмотревшись, я понял, что никто на меня внимания не обращает. Кто знает, может, и это и хорошо. Никто и не заметит пропажу еще одного школьника. Точнее, заметит-то. Заметят, но значению не придадут. Ладно, нужно поспешить, а то урок начнется через 10 минут. Что, даже глаза нет вот этого? Не, сын, не клацается ничего свое. Только войти можем. В Алису. По рыжим трусам можешь дать свое? Не. Не? Когда-то они были белые. А внутри стояла целая катавасия из учеников. Катавасия. Все спешили по своим классам. Только я один шел медленно, хотя должен именно в этот момент поспешить на урок. Проходя доску с объявлениями, мой взгляд сконцентрировался на листке с пропажей Семен Бабурин. Я не знаю, стоит это читать? Мне кажется, я уже читал раза три за все время, как, куда он пропал. Внимание, не надо. Бабурин Семен, 13 лет. Да он выглядит. 13, Вася, лет. Мне сейчас 30, я выгляжу попроще, отвечаю. Был одет темно-коричневой дубленкой, бежевый шарф, черная норковая шапка, наркоманская шапка, хотя сапоги Аляска. Все, кто может сообщить какую-нибудь информацию о местонахождении Семена, просьба позвонить по телефону. 02. Ладно, ладно. Так. И ты тоже пропал после нашей драки на дороге. Вот, Славик, ты, наверное, тоже своим, да, врагам так говорил? И ты тоже пропал после нашей драки. Пропадешь, я говорил. Да. Может быть, это даже и хорошо. Естественно, Вась. Может даже не скрывать это от нас. Он тебя не обидит, не оскорбит, не унизит. Такие звери не должны жить на этом свете. Ну, и да, и нет, 1,60 м. Они не понимают людей, предпочитают ставить себя выше их. Они должны быть наказаны самым жестоким путем. Садиться на бутылочку. Зато он узнает все то, что я пережил. А что он пережился? Бутылочный инфаркт? Он пережил эту ночь. Спасибо за... В кабинете все с кем-то шушукались, переговаривались. Основных хулиганов пока не видно, а один так и вовсе пропал. Гореть ему в аду за все оскорбления. Катя шушукалась со своей соседкой по парте. К счастью, она не заметила меня. О, Чиполлино. Чиполлино, завидев меня, улыбнулась и кивнула в знак приветствия. Знаешь, вот это... Да, кивок со всеми, как мужики вечно там. Да, да, да. Такие видят друг друга и такие, типа, да, да. Просто кивают и все. Это все, это стабильно. Мне кажется, ты, наверное, не мужик, если ты так не делаешь, в принципе, в жизни. Я, смутившись, улыбнулся ей в ответ. А где наши Биба и Боба? Через несколько минут я услышал трель звонка, сообщающий о начале скучного урока. Двери распахнулись, в класс неторопливо вошла Л-Пау. О, наваленная пришла. Она уселась за свою парту и уткнулась в журнал. Сначала проверим ваше домашнее задание, щеглы. Так, посмотрим, у кого слабые оценки. Так, Славик встал, давай отвечай, Славичек. Сколько отвечай за свой базар. Отвечай за свой базар. Ну-ка, Петров, живо к доске. Я не понял, мы же нормально, мы тут вроде умные. Вот черт, вчера я уселся за рисование, забыв сделать уроки. А мама меня предупреждала. Вот надо мать, между прочим, слушать. Мама у тебя напомнит вечером ремнем, что надо мать слушать. Но у меня одни четверки. Не пререкайся мне еще. Не выйдешь... Кол тебе влеплю. Вот сука. Я хотел было уже сознаться за невыполнением домашнего задания, но мне помешал скрип двери. В класс зашел Ромка с Бяшей. Биба и Боба пришли. Лиля Павловна поглядела агрессивно на них. Пятифанов, ты опять за старое? А, Бяши нету, понял. Бяша лох. Бяшу не надо. Фамилию, чтоб его не знали, понял. Мы просто Бяша. Может, она скажет, да ну Бяша типа к доске. В смысле? Как же вы достали опаздывать?
Вам обоим по двойке, садитесь. На ровном месте пацаны парашу получили, прикинь. Я в шоке, зашел, за то, что опоздали, блин. Блин, я вообще бы домашнее здание тоже никогда не делал. Мне просто за опоздание влепили. С какого перепуга на? Прикинь, училки так спросили. Сейчас будет что-то. Вы не имеете права, а что он на не сказал в конце? Ты маленький бездарь, знаешь, что-то о моих правах? Бяша скривился, положил руки в карман. Хотел что-то ответить, но промолчал. Опоздайте еще раз, родителей в школу вызову, вам понятно? Да они клали на тебя, большой толстый бычий. Ребята хмурясь сели Лост. За свои парты. Ты что, все на нас смотрят, я не могу понять, на что? Лох на лбу написано, татуха набита. Рома тревожно поглядел на меня через плечо. Че, хуй через плечо? Я что-то не понял, в чем прикол был. Тем временем я посмотрел на Полину, на Чиполину. Какая же она прекрасная. Как он лох, он меня с ней достал, отвечаю. Че ее в дробилку уже не заберут? Я уже реально, мне уже даже Катя не напрягает за все время. А вот Чиполина, да. К счастью, Лилия Павловна забыла обо мне из-за внезапного опоздания Ромки. Стоит только дожить до конца урока. Все, пацанам по пиву. Урок литературы... Я любил такие моменты, когда в школе про меня забывали именно. Реально было такое. Было вызывали, такое. И потом тупо что-то происходило, и забывали, что меня вызывали. Или просто она уже думала, ну, хей, там сидит бедолага. Перестрелка резко началась, да, про тебя да, забыли? Да, да, ну, тупо да. Тупо мочились, там граната, закинул кто-то гранату в комнату. Ну, такой, ой, в комнату. В комнату, короче. Я же там спал, значит, это комната. Все понятно. Урок литературы проходил настолько скучно, что я со всей силы сдерживал себя, дабы не шмякнуть Лилю Павловну в кабину, дабы не уснуть прямо в школе. О, сейчас нарисуем. Чтобы окончательно не сгинуть в тоске, я раскрыл тетрадь и начал водить грифелем по бумаге. Опа! Балумба! Балумба, точно. Думаешь? Стопроцентовая. Я думаю, что это Полина с... Чиполина тут должно быть написано. Да. Плавным движением я начал вырисовывать фигуру человека. Я не знал, кого рисовал в этот момент, а мы знаем. Мне просто хотелось изобразить того, с кем я хочу сейчас поговорить. А прикинь, Гуфи бы нарисовал. Гуфа нарисовал. Утки. Выходила женская фигура. Удивительно, кто это может быть? Это что за покемон, Слай? Блин, ну я даже сейчас не могу понять, кто это такая. Тонкая талия, стройные ноги в белых чулках. О-о-о, черная юбка с жилеткой и бантиком на шее, с черным лифчиком. Получается, я нарисовал Чиполину? Серьезно? Ты не видишь, да, вообще сходства? Удивительно, что я именно ее нарисовал, а не кого-либо еще. Ну, если бы ты Бяшу или Ромку нарисовал, были бы к тебе большие вопросы. Ну, так. В лифчике и в трусах. Чем же ей так понравился? Еще ты взял, что ей понравился, брат. Успокойся. И почему именно с ней у меня на душе так тепло? Она словно стала отдушиной для меня. Чуть ли не второй мамой. Ой, блин. Безусловно, свою маму я люблю. Стараюсь любить. Но все же Чиполина больше к себе располагает образом идеальной девочки. А что же скрывается за образом идеала? Какие скелеты в шкафу она скрывает? Я сунул рисунок в портфель, аккуратно загнув листок. Мне что-то кажется, что Антону лет 10 уже в одном классе учится. Я думаю, Антону лет 10 дадут, как минимум. От мыслей меня прервал звонок на перемену. Прекрасное время, чтобы выйти в туалет и умыться. Я так и сделал, обосрался. Сходив в туалет, умывшись, я вышел в коридор. Ой-ё, нормально. Это уже на мою похоже. Тупо такая же тема была. Только тут еще весы были, блин, мажорчики. Я не поверил своим глазам. Коридор изменился. За окном была черная зимняя ночь. Что случилось? В углах красовалась паутина, а пол был испачкан черной жидкостью, напоминающей кровь. Я повернул за угол. На стене висели пожелтевшие от старости листовки пропавших детей. Видимо, висят они тут давно. Я зашел в класс. Никого.
Все одноклассники куда-то подевались. Только сейчас я заметил черные силуэты в глубине класса. Я готов был поклясться, они уставились на меня. Где? Где они, что, под партой там сидят? Где он их видит? Вместо глаз дыры, а в дырах зияют глазные яблоки. Они не открывали взгляда, словно боясь проиграть мне в гляделки, в переделки. От ужаса скрутило живот. Я боялся сделать хоть один шаг. Из коридора донесся едва уловимый шум. Вот оно, мое спасение. Вот она, рыба моей мечты. Yes! Я побежал, боясь повернуть к темным тварям. Повернуться. Стри-стри. Сутулый, что ты, ну вырви. Я стоял посреди коридора. С моей стороны выглядят такие какие-то неадекватные вставки, понял? Ты даже внимания не обращаешь. Ну так я ж привык к своим частным приступам неадекватности, понимаешь? Только сейчас заметил на окне кровавую ладонь. Я подошел ближе, с любопытством разглядывая темный след. Ближе. И ближе. Он стоит на месте. О, Наруто, блин. Не помню имена, номера. От испуга я рванул в другую часть этого ужасного места. Лишь бы это все не видеть. Это просто ужасный кошмар. Вот и все. По крайней мере, я хотел так думать. Я услышал шаг. Еще один. Странные дела какие-то начались. Шестой сезон. Антон! Голос донесся со спины. Отчего-то по ней побежали... Что? Отчего по ней побежали мурашки. Этот голос мне показалось довольно знакомым. Где же я его слышал? Незнакомец окликнул меня еще раз, но уже ближе. Передо мной появилась черноволосая девочка, Чиполлино. Не успев подойти к ней, я заметил, что из тела сочилась багровая жидкость. Ее внутренности свисали из распоротого живота, а из-под них красовались ребра. Они то раздвигались, то выдвигались. «Антон, помоги мне!» Они, походу, с нее сделали кровавого орла. «О, нормально, стой, да помедленнее!» Я хотел разглядеть ее. Вот такая она тебе нравится, да? Ну там зубы почистить-то, в принципе, можно. Что такое? Что такое? Вот и вся. Та ну вы что гоните, серьезно? А что так мало? А, или нет, сейчас все нормально будет. Та вы что травите, блин, тут понты было, алло. Что это за беспредел? Спасибо за прохождение бета-версии модификации Зайчика Какого Тьмы. Надеемся, что вам понравилось и вы продолжите следить за развитием проекта. Уже сейчас наша команда продолжает трудиться над продолжением. Нам будет очень приятно услышать ваше мнение о модификации о наших соцсетях. Единственное, что это Павликс Шиза, понял? Павликс Козлов, Митака, Кисалей, Зергон, Глеб. Короче, коротко было. На самом деле очень коротко. Это с учетом того, с моей конченной как техникой чтения. Это было слишком быстро, даже для меня. Ты что думаешь? Да. Ну, никого твое мнение не волнует. Ладно. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, смотрите предыдущие видео. У нас там зайчиков, в принципе, помимо вот этих оков тьмы еще хватает. Так что залетайте на канал, втыкайте. Даст лайк? Даст лайк. Так что всем пока. Покедова.